Это, по идее, должен быть как юр, то есть на это самое, набор книг, которые соответствуют канону. Только это уже, конечно, не пали канон, то есть не язык не пали, это тибетский язык. И, в общем, очень сложный вопрос, что именно в этих книгах. Чаще всего это, как сказать, по-нашему слово литургии, то есть ритуальные тексты, которые используются для, точнее, при проведении ритуалов. То есть это не учение Будды, не философия. То есть это должна быть, но чаще всего это именно ритуалы. Потому что кагьюр включает в себя много чего. Вот такая вот эта самая, такая золотая маленькая ступа, ну понятно, позолоченная, это обычно это самое, там реликвия какого-то святого. Точнее, святого не в нашем понимании, а какого-то великого ламы, которого здесь признают великим. Значит, судя по вот этим вот танкам старым, это нигма, то есть принадлежит старой школе нигмапа. Значит, да, эти самые семь чаш с водой, это традиционное как бы подношение, то есть самое, как сказать, не примитивное, а основное, проще не придумать. То есть подношение воды. Семь, ну, традиционно семь. Тут почему семь, не... Да, вот это, допустим, нижние, это серебряные чаши. То есть кто-то, видимо, потратил денег и сделал серебряные. Да, вот там вот видно плохо, там статуи Будды. Вот эта вот вся стеночка, вот та. Это как бы там статуэтки. Все в перемешку и... Вот эта вот тема, например, это самое, кто-то там с консортом. Консорт – это по-нашему подруга. Это уже тантра сильно поздняя. То есть это из Индии пришло, и потом, как сказать, тибетцы добавили свой стиль. Но тексты, они из Индии, тексты, на которых это основано. Вот, и эти тексты, это там, 10-й, 11-й век, то есть сильно-сильно после Будды. То есть больше тысячи лет. Да,
Вот тоже старый Будда, и он это самое, ну, мудра, то есть жест. А мудрый – это способ передать как бы действие. Вот обычно, ну, как у нас, допустим, рисуют, да, вот такое, так сказать, изо рта выходит такой пузырь, и там написано, что человек говорит. Здесь в скульптуре так не сделаешь. Поэтому вместо, это самое, вместо слов – жесты. Жесты, мудрые – это жесты. И изначально их использовали для того, чтобы передать, какое именно действие совершает Будда или кто-то там еще, Падмасамбхава. А потом уже начали нагромождать. О, это мудро означает то, это мудро означает то. Потом сделали справочник мудр. Он предлагает поставить это самое.